Граф Павел Павлович Шувалов, русский военный и государственный деятель из рода Шуваловых, московский и одесский градоначальник, генерал-майор. Биография. Родился в семье графа Павла Андреевича Шувалова и Ольги Испировны, урожденной княжны Белосельской и Белозерской. Образование получил в Пажеском Его Величества корпусе, но курса там не окончил, а в 1877 году держал дополнительный экзамен на прапорщика пешей артиллерии при Михайловском артиллерийском училище. Выпущен в 1877 из камер пажей прапорщиком в 24-ю артиллерийскую бригаду. Затем произведен в штабс-капитаны 5-й батареи гвардейской конно-артиллерийской бригады, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Участвовал в артиллерийских боях против Правецкой укрепленной позиции при занятии города Архании в Рачежской позиции у Арабка-на-Каиде. Шандорник, перейдя суровой зимой 1877 года через Балканы, участвовал в ряде перестрелок при наступлении к Филиппополю 6 мая 1878 года. Переведен в гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду с назначением на должность ординарца к начальнику артиллерии гвардейского корпуса. С 1882 по 1885 адъютант гвардейской конно-артиллерийской бригады. С 1891 адъютант великого князя Сергея Александровича с 1894 и.д. заведующего двора его императорского высочества великого князя Сергея Александровича, в 1895 получил чин капитана, с 1898 офицер для особых поручений при МВД. В 1895 году, после нескольких лет нахождения в запасе, возвращается на службу в лейб-гвардии Преображенский полк в 1896 году. Производится в полковнике с назначением штаба офицером для особых поручений при министре внутренних дел с 28 февраля 1898 года и д. одесского градоначальника с производством в генерал-майора, утверждается в должности с 1903 генерал для особых поручений при МВД. 18 апреля 1905 года назначен московским градоначальником. На этом посту он сменил Евгения Волкова, уволенного после убийства великого князя Сергея Александровича. Павел Павлович был сторонником жесткой линии в отношении экстремистского крыла демократического движения. 28 июня 1905 года во время обычного приема посетителей в доме градоначальника на Тверском бульваре был убит несколькими выстрелами из револьвера в упор бывшим членом боевой организации эсеров Петром Куликовским, похоронен в Софийской церкви имени в Артемяке, родовой усыпальнице графов Шуваловых. Семья. В апреле 1890 года 8 числа в Петербурге состоялось венчание графа Шувалова и Александры Илларионовны, 20-летней дочери графа Илариона Ивановича Воронцова-Дашкова и Елизаветы Андреевны, урожденной Шуваловой. Его супруга дожила до 90-летнего возраста, умерла в 1959 году в Париже. Дети. Павел, женат на грузинской княжне Ефросинье Джапаридзе. Николай, воспитанник Александровского лицея, вольно определяющийся кавалергардского полка, убит в бою под Каушеном 6 августа 1914 года, посмертно награжден Георгиевским крестом 4 степени. Иван, женат первым браком на Марии Артемьевне Болдыревой. После развода с ней в 1955 году заключил брак с княжной Мариной Петровной Мещерской. Петр, женат первым браком на Елене Борисовне Татищевой. После развода с ней в 1950 году заключил брак с Дасьей Робертсон, дочерью Федора Шаляпина. Супруги жили в Лос-Анджелесе. Елизавета после войны жила в США, не замужем. Александра, жена князя Дмитрия Леонидовича Вяземского-Левашова. Мария, в первом браке замужем за князем Дмитрием Александровичем Оболенским, во втором за графом Андреем Дмитриевичем Толстым. Ольга, а с 1934 года жена Владимира Ивановича Родионова, впоследствии православного архиепископа. Награды. Российский орден СВ Анны 4 степени, СВ Станислава 3 степени с мечами и бантом, СВ Анны 3 степени с мечами и бантом, СВ Владимира 4 степени, СВ Станислава 2 степени, СВ Анны 2 степени, СВ Владимира 3 степени, монаршая благодарность, иностранные. Австрийский орден железной короны 3 степени, офицерский крест греческого ордена Спасителя, кавалерский крест Мекленбург-Шверинского ордена, турецкий орден Меджидия 3 степени, прусский орден короны 3 степени, командорский крест 2
класса Гессенского ордена Филиппа Великодушного, командорский крест Румынского ордена Звезды третьей степени, командорский крест Монакского ордена СВ Карла, командорский крест первого класса Саксонского ордена Эрнестинского дома, командорский крест Австрийского ордена Франца Иосифа, командорский крест Испанского ордена Карла III, командорский крест первого класса Гессенского ордена Филиппа Великодушного, турецкий орден Османа и третьей степени, бухарский орден Золотой Звезды, китайский орден Двойного Дракона третьей степени первого класса, японский орден Восходящего Солнца третьей степени, большой офицерский крест второй степени болгарского ордена СВ Александра, командорский знак португальского военного ордена Иисуса Христа, абиссинский орден эфиопской звезды второй степени.